Всем добрый вечер. Сегодня у нас понедельник, 18 сентября. Мы ужинаем. На ужин у меня мясо с картошкой и салат. Ну, салатом потом солёно поделюсь. Она сказала, у меня нет аппетита, так что я половину салата съем. Да, нарезала такие длинные кусочки интересные. Поделюсь с ней потом. Она потом поест, потому что сейчас у нее нет аппетита. Чуть попозже поест. А это, значит, Ильдарин ужин. Картошку с мясом нет, сказала категорически. Картошку он не ест, мясо тоже что-то он не хочет. Поэтому будет буквы шоколадные с молочком. Я иду. Идешь? Хорошо. Тебе еще молочко долить? Ну, какие там буквы? Я не вижу. А вот букву А я узнаю. Молочка тебе хватит, да? Приятного аппетита всем желаю. Приятного аппетита. Пока-пока. И я желаю всем приятного аппетита, кто с нами кушает. Вторник сегодня, 19 сентября. Что мы ужинаем? Чем мы ужинаем, точнее? У меня мясо с картошкой. Почему-то вот у меня картошка темнеет от мяса в мультиварке, не знаю почему. Ильдар разогрел гречку с курицей. И ничего не готовила. У нас осталось в морозилке гречка замороженная с курицей. Я разморозила, подогрела то, что надо, с кетчупом поест. А Алена у нас будет доедать суп. Не будешь с кетчупом? Она ведь и так вкусная. И так вкусная, отлично. И вот мое тоже. Овощей сегодня уже нет, будем так, без овощей. Всем приятного аппетита, Ильдарик, говори. Приятного аппетита, всем пока. Да, всем приятного аппетита. Кто кушает, приятного аппетита. Кто не кушает, тоже приятного аппетита. На всякий случай. На всякий случай всем приятного аппетита. 20 сентября, среда. Все, мы сегодня на ужин съедим пельмени. Вот Ильдар уже не может пальчики облизывать. Я вареные с майонезом, дети жареные с кетчупом будут. Да, Алена, можешь тебе показать? Алена довольна, завтра в школу идет. Целую неделю не ходила, болела. И эти, как их, овощи нарезала, помидоры, огурцы, как раз сегодня закупка была. Всем приятного аппетита. Спасибо. Все, приятного аппетита, кто с нами кушает. Добрый вечер. Сегодня у нас среда. Ой, нет, среда. Четверг. Боже мой, я уже забыла всегда-то. Четверг, 21 сентября. Сегодня наш ужин состоит у детей наггетсы с гречкой. Ильдар, ты доволен? Кетчупом там полила ему. Алёнь тоже наггетсы. Зови Алёна. Наггетсы с гречкой. Не знаю, кетчупом она будет, без кетчупа. Положи сама себе, сколько ей надо. Салатик мы сделали с Аленой. Алена порезала под мое чуткое руководство. И рыбу себе пожарила. Ильдар, потише. И пожарила себе рыбу, минтай. Но у меня пожарила 2 дня назад, она лежит, ждет. Все, Аленочка пришла. Всем приятного аппетита. Приятного аппетита. Все, всем приятного аппетита, с вами кушает. Сегодня суббота, 23 сентября, это наш обед. Алена с нами не обед, потому что она на своей волне уже поела, яичницу не стала нас ждать. У нас сегодня на обед спагетти с сосисками, с обжаренными. Вот эти сосиски из индейки я взяла. Но вроде вкусно. И себе даже тоже с кетчупом. И я себе порезала огурчик и немножечко этой редиски, несколько штучек. Вчера не ужинали мы, точнее не снимала, потому что мы гуляли на ВДНХ до позднего вечера. И дети себе купили. Детям я взяла малышный коктейль Ильдару и картошку фри. А Алена себе этот какой-то, как они называют, типа завернутый в лаваш курица с овощами в Макдональдсе. Не помню, как она называется. Я не ем в Макдональдсе, мне не нравится там. Вот, а я так чуть картошки фри дома яблоко съела. Вот. Поэтому вчера мне ужин, сегодня голодная. Наверное, сейчас 2 порции спагетти поем. Ну, вот такой у нас сегодня обед. Всем приятного аппетита, кто с нами кушает сегодня. Ну и теперь ужин. Я себе на ужин сделала рис и курицу потушила в белом соусе. Это куриное филе. Это с ложки, наверное, мне попала зелень тут. Сейчас уберу. Ага, да, укропчик, ничего страшного. Порезала все помидоры. Ильдар у нас рис как-то не особо любит, он только в виде рисовой каши, поэтому ему гречка тоже с куриным филе, с овощами, там лук, морковь, укроп. Вот так, Алена увеялась, нет ее сегодня с нами, она побежала гулять, пока погода хорошая, придет поесть там, скорее всего, какой-нибудь огурец или помидор съест, как всегда, на своей волне сейчас ребенок. Ну что, подросток, 15 лет. Надо понимать. Вот. Но у нас такой вот ужин на двоих. Всем приятного аппетита. Хорошего дня. Какой обед на сегодня? Это Алёнин наггетсы с картошкой фри. Подожди, Ильдар. Это Ильдарин бургер.
Это Аленин бокс мастер. Мои эти, как они называются, стипсы. Вот твои наггетсы еще, Дарик. Что тут еще? Вот твой коктейль молочный, клубничный. А где мои картошки? Вот мои картошки. Вот моя картошечка деревенская. Короче, мой обед вот такой. У тебя упало. У Алены вот такой. У тебя упало. А у Эльдарика вот такой. Сейчас подниму Эльдарика. Приезжай. Всем приятного аппетита. Закончит эту неделю, я хочу фотографии, точнее видео нашего холодильника. Вот так это выглядит сейчас. Это вообще атас. Я всю неделю теперь не буду готовить. Это прям я очень рада. Вот, но ужинать мы сегодня не будем уже. Мы очень наелись в KFC. Очень просто. До отвала. И даже Ильдар не захотел ужинать. И я не хочу ужинать. Я поела только немножко этой икры овощной и кофе попила. Алена вообще умотала гулять. Там чупа-чуп с собой взяла. И все. Так что ужин сегодня не будет. Я хочу сказать вам спасибо, что провели эту неделю с нами. Посмотрели, как мы едим. Всякая там критика конструктивная приветствуется. Я вам желаю всего самого хорошего. Пусть у вас все будет отлично.